Уважаемый Владимир Владимирович, мы отряды Путина просто торопимся вас отблагодарить за то, что вы сделали опять мир во всем мире. Да, это ваша быстрая реакция. Вы собрали этот союз АДКБ, где привлекли всех президентов, и все откликнулись молниеносно и послали всех своих миротворцев, чтобы сделать в Казахстане мир. Боже мой, страна запылала так сильно, что могло запылать во всем мире еще другие страны. Владимир Владимирович, вас благодарит народ Казахстана. И сегодня по телевизору говорят: спасибо России, спасибо России. У вас опять все получилось. Сделать мир во всем мире. Владимир Владимирович, спасибо вам за заботу народа Казахстана. Спасибо вам. Уважаемый Владимир Владимирович, человеческое вам спасибо за то, что вы вовремя ввели кандидат на творцев в Казахстан. Тем более, спасли многие, дали возможность разгромить банды этих наемников. И тем, что спасли многие человеческие жизни. Россияне, берегите Путина. Он самый лучший президент, президент мира. Мы благодарим его за то, что он организовал миротворческие силы ОДКБ. И большое спасибо, благодарны за Казахстан, что все произошло там так, как задумал.